Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Кокомелон, енот, пацаны, поздоровайтесь. И я тут. Ребята, сегодня выходит новая игра на моем канале Bony Lab VR. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, мочить скибиди туалетов и аниматроников. Погнали. Ребята, смотрите, насколько эта классная игра сделана. И давайте я вам покажу свой скин. Эх, какая, смотрите, девочка у нас сегодня. Ух-ух-ух, классяк. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы еще будем драться между собой, мочиться и веселиться. Ну давайте буду показывать, что здесь можно. У меня здесь за спиной ножик есть. Давайте помочим аниматроников. Ребята, жду ваших комментариев и идей, что в этой игре можно снять. И какие режимы, потому что я знаю, что здесь и миллиард модов, которые можно очень круто записывать. Нет, так вы же меня оставьте. Тихо, тихо, тихо. Бери ножик, ты мне чикаешь. Смотрите, я могу подойти и его так взять. Смотри, он хочет со мной подраться. Один удар. Что-то у меня в глазах немножко темно. Сейчас, наверное, восстановлюсь. Они между собой дерутся, что ли? Эй, пацаны. Да. Папа. Ты чё? Спринтрап же злой, он агрессивный. Ого, ого. Меня замочил спринтрап? Да я подался, пацаны, специально. Блин, вот это веселье. Так, смотрите, что у меня есть клюшка. О, нет. Тихо, топор. В ножик. И молоток. Даже не ножик, а топорик. Так, пацаны, вы же меня оставьте парочку. Ну что, иди сюда, иди, вот, иди. На. Есть. Отлично. Вот это сила. Можно даже двумя руками держать. Ну что, делаем красивый удар вот так вот в шею. Ближе, ближе. Чёрт. Ты со мной хочешь подраться, да? Ну-ка, иди сюда. Смотрите, какой еще есть ножичек. И второй берем. Ну что, где этот Фрейд? А, вот вы еще. Смотрите, можно при этом подойти и вот так вот их чикнуть. Вот это было мощно. Встаешь? Давай, давай, давай. Ну-ну-ну. Давай, 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 давай. Красиво, красиво. Вот это начикал. Еще живо. Сколько ж у тебя жизни, чувак? Смотри, за один течь нападают. Я вижу, я вижу. Надо их подпустить. Целый поближе. Сейчас поставлю еще. Давай, давай, я хочу битву жесткую. Ай, 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 атакуют. Блин, надо, наверное, какое-то помощное оружие брать. Все на тебя. Ого, давай, ты их вспомнил, я их смогу убить? Конечно. Ну что, пацаны, давай. А, нельзя искры делать ножами, было бы классно. Ого, у меня аж подлагивает. Подлагивает, сейчас отправим. Тихо, 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 ты переборщил, наверное, я их не смогу убить. Блин, голимые ножи. Так, инвентарь. Что у меня есть? У меня нифига нету. Чё, буду так драться? А я могу ножики притянуть? Нет, не могу. Ну давай на кулаках. Давай, 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 подходи. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть, ударчик есть. Опа, промахнул. Промахнулся. Красиво вырубил. Так, я иду к себе сбитый. Давай. Это какое-то оружие, чтоб ты мне принес. Мне избито. А чё ты все выкинул? О, ребята, а чё я очкую? На. Вот теперь, вот теперь. Просто слеща вырубай, ребята. Ничего это самое мощное, что может быть. Хотя есть еще великаны. Ну, пацаны, поцелуйтесь. Красиво я их мочу. А ну, Дим, смотри, сейчас в прыжке его. А где ты? А, вижу, вижу. Передумал, как увидел, что я его хочу по тыкве надавать. Ну-ну-ну. Есть подача, красиво. Блин, это надо прям наклоняться. Вот эту маленькую зубочистку, Дим. Бери. А я, она реально маленькая такая? Ну-ка, иди сюда. У тебя в руках, да. Ого, она прям встреет в них. Неплохо, неплохо, пацаны, мы их крышим. Ну давай, иди сюда, щенок. Красиво мы их мочим. И ляща выдаю, и махаю вот так руками. Это со стороны выглядит очень смешно. Я победитель, ты такой маленький. А ты что такой большой? Давай я по тебе взберусь. Как будто себе по голове сам бьет. Он приклеился. Давайте мы его за жопу возьмем, отстегнем.
Так, я пойду еще возьму какое-то оружие классное. Так, там еще скиды и туалеты нас ждут. Да. Они там не поубивали друг друга? Они там дерутся. Они поубивали друг друга. А нет, еще двое. Так, скибиди туалет, смотри, что я для тебя приготовил. Хорош. Вот они тут дерутся между собой. О, давай попробуй его взять. Отдай топор. Ты еще живой? А ну, ножичек. Ну, я хочу знать, что сделать. Вот так взять его. Это жестко, ребята, в этой игре можно мочиться. А ну-ка ты. Ребята, вы видите, что я делаю? Эй! Ты чё? А ну иди сюда. А ну давай, давай, давай. Ну давай. Ого, они там до сих пор ходят. Ну чё, подеремся, да? Давай, давай. Ого, ты высоко прыгаешь. Иди сюда, я не буду убегать. Один слег. Ого, ты меня топором нормально надамажил. Иди сюда. Убил? Ребята, да. Победитель этого раунда, хотя я взял читерский. Ну да, да, да. Давай маленького возьму. Сейчас, подожди. Ножик запрячем. Тебя возьму молотком. Это маленький у меня или нет? Нет, это толстый, и он у него очень много хп. Тебя очень будет сложно убивать. Ребята, я влюбился в эту игру. Она очень мне нравится. Ну чё, давай, ты ножики там точишь, да, на меня? Ты чё, отбил мой удар? Свой ножик на тебя наточу. Тихо. Ого, чё ты так высоко прыгаешь, это нечестно. Ну-ну-ну, иди сюда. Ну все. Нормально, ребята, я его залупил. Так, какие у нас еще есть прикольные NPC-шки, с кем можно подраться, пацаны? Вот ее, смотрите. Показываю, как можно красиво убивать. Сейчас, сейчас, сейчас. Опа, стоять. А теперь мы его вот так берем. Так, сейчас мы вот так красиво его возьмем. И начинаем лупить. Ох, топор встрял-то, отдай мне топор. А, еще знаете, что хочу вам, ребята, показать? Как здесь прикольно можно летать. Смотрите, мы берем это оружие. И это, вот это. Смотрите, как можно летать. Я полетел, пацаны, пока. Пока. Ребята, это очень эпически смотрится. Давай на свою вверх башню. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Давайте, пацаны, все летим на крышу. Сейчас у нас будет дуэль на крыше. Это будет очень круто. Да, такая большая пузатая капля летит вверх. Это я? Ты на меня сказал пузатая капля? Ты на меня сказал пузатая капля? О, давай возьму маленький скин, чтобы было честно. Давай чисто на кулаках. Давай чисто на кулаках подеремся. О! Ты будешь... О, так, все, я мужик. Это сильный у тебя, чел. Это сильный у меня? Ты вроде... Ну да, банки ты был. Да, он очень сильный. Я сейчас тогда такого же возьму. А спайдермен... О, ну давай. Давай, все так одинаковые просто возьмем все скины. Ну давай за эту поиграю. У-ху-ху. Она очень слабая, она почти не бьет ничего. А ты задрал, тебе не угодит, а слабый ты... Вот, давай. Что такого большого? Ну что? Иди, иди, иди. Боишься, да? Ну-ну. Нет, надо тактически красиво отступать. Да. Ты меня выиграл? Ё-моё, еще и по голове походил. А давайте подеремся на гигантах. Ну что, енот, ты мне большой и я большой, давай. ХП мало. А, ХП мало. Ах ты ж. Я вырубил за гиганта. А ты не упал? Я живой, смотрите, ребята, это очень круто. Самый живучий. Опа. Ты за меня хватился? Я вас обоих взял. Эй, так нечестно. Следующий ролик по этой игре ждите, мы будем проходить очень крутые испытания с лавой, паркуром и очень прикольно будет. Давайте еще покажу, что на этой карте можно делать. Смотрите, здесь можно сделать ночь.
Воу, ночью вообще круто. День. Пасмурно. Ты что такое большой? А ну возьми меня за руки. Ого! Угу, ребята, это очень круто. Эй, осторожно, я боюсь высоты. Он, кстати, за тебя схватился, сзади держится. Ой. Прикольно. Давай. Вы в топе объединились. Эй, мочи его. Он так прикольно бегает. Он упал? Мы его убили? Да. А я не хотел тебя убивать, извини. Ты что делаешь, слышь ты? Против маленькой девочки, да, решил повоевать? Ого, что с тобой, ты падаешь? Она маленькая и сильная? А, вот так вы со мной. Ребята, сейчас покажу, как мой скин очень круто выглядит, смотрите. Воу, какой я красивый. У-ху-ху, прикольно, можно все трогать. Классно сделано. Офигенно вообще. Эй, не танцуй здесь. Дима. Ах, ты с ножом на меня, да? А ты на меня с плюшкой. Ого, ты что, два минигана взял в руки? Ну дай рассмотрю, как это смотрится вообще. Ты что сделал, по мне ножом кинул? Ого, меня откидывает за то, что я маленький, мне так пулемет откидывает этот. О, ребята, смотрите, что у нас еще есть классный мод какой-то. Он сейчас сам себя зачикает. А ну да, меня откидывает. Вот это мощь. Ребята, очень классный мод на мечи. Извини, я не хотел, извини. Это что, я заспазываться вместе с тобой. Ребята, лазерный меч против аниматроника. Да, ты можешь мне помочь. А я тебя возьму, так вот красиво насажу. Что сейчас? Что? А ты что за бред сейчас был? Ой, я ему не туда немножко меч ставил. Скибиди туалет. Есть, красиво. Давай на мечом. Смотри. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Пока-пока.